это значит? Потом продолжаем срать кирпичами. Это амнезия, призрак прошлого. Садимся поудобнее, берем штички и попиздовали. Похуярили нахуй. Блядь, он чё, петух? А, хуйня просто проскочила мимо. Ништяк. Я, короче, понял. Дальнейший путь нам преграждает вот это вот ебучее колесо. Что происходит? Что вы делаете? Отпустите меня! Не забирайте меня! Никто не возвращается! Уек! Хуяк, спизжено. Так, кусок трубы в руках. Теперь пидорасим вперед. Да, мимо колеса. Нужно крутить слишком быстро, чтобы его стопорнуть. Так, вот здесь кто-то продрачивает решетку. Так. Налево-направо хуяк чисто. Там кто-то лестницу проебал. Так. Сильно тише. Ух ты ж, блядь! Рогаю пахнуть пельмени. Хуяся. Проблема в том, что эта хуйня сможет прикончить меня с одного удара в случае чего. Вот в этом-то и состоит главный трабл. Че он там, съебся, не съебся, а? Ебал. А? А? Чисто. Заебись. Это был, конечно, идиотский вариант. Тупо с двух ног влететь. И пробежав мимо него, ебануть в сторону коллектора. Другой вопрос, то что надо
грамотно это все делать и знать, куда ты пиздячишь. Во. Такая хуйня мне уже нравится больше. Хуяк. О, бля. Где это я? Нихуя, он тут труп нагородил, ебать. Так, вперед хуй пройдешь, какая-то потрепанная решетка, значит туда. Ой, блядь, опять мясо. Ты знаешь, мне как-то под хуй, дядька. А мне? Опа. Под хуй. Ты пони, блядь. Что там есть кто в домике, нет? Ёб твою мать! Ёб твою мать! Сука, как это стрёмно! Это существо прохуярило ворота. Ёбаный ты в рот. Сейчас тут существующую дверь выломают хуям. Я так чувствую. Да. Пиздык. Пацан. Пизда мне, не пизда. Или все-таки пизда? Блять, я даже выглядывать не хочу. Вроде бы съебалось существо. Даже пожрать я ему тут заготовил, а он, блядь. Так, вроде тишина. Ебать! Вот это чувака силище. Тут где-то еще один ломан быть, а вот его надо будет наябывать. Сука, эта хуйня меня все-таки догнала. А, я пони, блядь. Что мне надо делать? Так, ворота я проскочил. Теперь бегом сюда. И теперь, блять, на... Сука, не в каналы.
Бэхоп нахуй. Пошел в пизду. Пошел нахер. И так медленно едет лифт. Сука. Блять. Не спрашивайте, как я это провернул, но я это, сука, провернул. Блять, я умудрился от него съебаться. Ёбаный патрёт. Ух, ебать. А тут прикольно. Лестница сломалась, и спуститься по ней нереально. Так, блядь. Хуй она откроется. Давайте для начала обследуем эту локацию, потом уже скажем, что типа следующая серия вся хуйня и так далее. Мы тут спидраном не занимаемся, поэтому можем обследовать все ебаные двери. О, рычаги. Масло. 9 августа 1839 год. Я весь в поту. Руки трясутся. Не знаю, кто в здравом уме смог бы провести ритуал ограждения. Удивительно, что темницей до сих пор пользуются. Что мне оставалось? Александрский. Миленько. Пизда. Пизда вам, рычаги ебаные. Ебать, лестница здоровая, а? Хуяк, флешбэк. Агриппа, только не засыпай. Ты чувствуешь шприц? Нет, ничего не чувствую. Александр? Да. Скоро я даже двигаться не смогу, да? Твоя жизнь в безопасности. Верю. Только что это за жизнь? Стоит ли так жить? Так, раз, два. И где-то на другой стороне Луны должна быть третья. Вот только бука, сука, где? Так, блядь. Где-то тут. А, вот она. И еще один ништячок. Открыли. Ебать, первое живое тело. Помоги мне, потяни
за выключатель. Спасибо. Я очень тебе благодарен. Меня зовут Агриппа. А тебя? Даниэль. Тебя зовут как пророка брошенного ко львам? Скажи мне, Даниэль, львы уже окружили тебя? Ты хочешь остановить Александра? А, понимаю. Ты жаждешь падения Вавилона. Ты зря волнуешься, мой мальчик. Без сферы Александр без помощи. У него есть сфера? Это совсем нехорошо. В святилище практически не пробиться, если в нем есть сфера. Можно пробить барьер с помощью другой сферы. Но Александр сломал свою, то есть мою сферу давным-давно. Неужели? Если ты говоришь правду, тогда дерзай, мой мальчик. Найди осколки сферы и собери ее. Полагаю, теперь он использует их для пыток. Они источают безумие, а ему это весьма полезно, как я понял. Их было 6. Посмотри на клиросе и в трансепте, мальчик мой. Они должны быть там. Так, блядь. Клирос, трансепт, значит. Да не, не хочу тебя вновь беспокоить, но если ты действительно хочешь убить Александра, может быть, ты возьмешь меня с собой? Я знаю, это звучит глупо, только взгляни на меня. Но если ты найдешь что-то... Угу. А если у него удастся открыть, значит, должен быть какой-то механизм. Честно? Во время первого прохода я епически долго искал этот люк. Какой рычаг? Похоже, все вещи Александра начинают ломаться. Погляди в другой комнате. Детали механизма спрятаны тут повсюду. Не сомневаюсь, ты найдешь способ починить его. Кто я? Меня зовут Генри Корнелий Агриппа. Знаешь, когда-то я был важным человеком. Барон Александр уже много лет поддерживает мою душу в этих останках. Не знаю, как долго. Возможно, века. Так, пойди, мне надо подкинуть туда какой-то ящик. Александр хитер и умен, но у него заканчивается терпение. Почему он захватил? Хуяк. Он на самом деле заполучит не меня, а Йоганна Бейер. Так, здесь вроде справились. Так, это комната с камешками. Это мимо. Это не поддается. Это комната с рычагами. Куда нам надо? Чел. Чел. Заебись. Зашел слишком далеко, Дани. Придется тебя остановить. Дальше ты не пройдешь. Прости, друг.
Так. Что ты хотел, мой мальчик? Да нет, нихуя. Ты открыл дверь? Отлично. Я знал, что ты справишься. Вейер был моим учеником. Моим? Да, я горжусь этим. Что в этом такого? Однажды я нашел храм Митры. Мне повезло, его не тронула рука мародера. Ты знаешь о митраизме? Впрочем, не важно. Вера древняя, храмы находились в пещерах. Их темные стены олицетворяли вселенную. А внутри верующие люди, наблюдавшие за вращением небес. У верующих было нечто, что связывало их с творением, с верой. Их немного осталось. Иногда они поглощают сами себя или раскалываются, если их использует непосвященный. Мне повезло. Сфера, которую я нашел, пощадила мою жизнь и сама возвратилась на свое место. Я знаю об этом, потому что позже Александр забрал ее и привез в Бреденбург. Ебать он пиздить любитель, а? Вейер был отважен и решился на то, на что я не смог. Он открыл несколько пещерных храмов и собрал целую коллекцию сфер. Но, в отличие от других искателей, со времен падения веры в Митру, он смог избавиться от того ужаса, который мы с тобой связываем со сферами. Он использовал сферы и отправился далеко, за пределы. Ладно, заебал ты, пиздец. Не в рот ебись. Ой, я там износил у нее тапком. О, мясо. Так. Блять, моя комнатушка. Камера раз. Блять, я еще двери поебу поймал. Я знаю. Я уже был тут. Я помню этот вкус. Вкус дамасской розы, скрывающей правду в тумане. Они могут забрать мою память, но тело помнит. Раны говорят за себя, хоть память и молчит. Они вернутся со мной. О, да. Они еще вернутся. Еб тут. Ты заебал как бы флешбеки ловить, а? Ну вот, еще, блин. Если осталось в камере запереть, будет вообще ништяк. Так, блять. Надо отсюда спустить. Цо. Помоги ей. Что ты хотел, мой мальчик? Найди способ. Я могу. Прикольно. Достаточно сложная головоломка, на самом деле.
Я не помню, правда, зачем вам требуется косточка. Этот звук мы слышали в подвальных архивах. Там ледяные колодцы. Я же все понял, ну костяк у чувак отдай. Ёпсь. Кость. Я не помню, за каким она хуем нужна. Так, в принципе, по хронометражу мы еще успеваем пройти трансепт и клирос. Так, поэтому пиздячим вперед. Так, хуяк, мультик. Нечего мучиться, барон! Сколько? Убей! Прошу, убей! Этот, приготовьте его. Блять, эти спиральные лестницы, причем с таким радиусом, это пиздос. Эй, жопой съедешь на горке, такой... Со свистом. Так, блять. Где я е? Кто я? Так. Пиздынкс. Так. Вот эту хуйнюшку обязательно, иначе мы не возьмем ачивку. О, веревковка. Масло. Кассета. Всякий противопожарный. Хуяк, записька. Так, здесь мы вроде бы все забрали. Так. Хуяк, баночка на веревочке. Кажется, детская шалость. В песочнице, блять, поиграть. Да хуй там море рассекал, ща покажу, на кой хуй нам банка с веревкой. Я вот вам рассказываю. Уберите детей и слабонервных бледей от экрана. Потому что ща будет ёбаный эпик. Хуяк? А не, не хуяк. Чпок нахуй. Вот теперь да. Уху, ебать. О, кусок нашел. Так, блять. Ух, пыточная камера, раз. Ножик, хуёжик. Да, блядь. Даниэль, это охуеть, как плющит от таких приколов. Так, перейдем в комнатуху напротив. Влетаю в твое окно и срываю нахуй фольгу. Ебу твою шкуру в рот, оставляю ее лежать на полу и так далее. Ну, блять, кто смотрел Battle Havana с Ларином, тот поймет. Я не знаю, зачем я это пизданул, но мне так захотелось. Ох, ебать.
Ебать! Его подвесили за ноги и распилили по линии шариков. Нихуя себе. Так, а в дренажной трубе у нас что, есть нахуй кровище? Бульт. Я не помню, нахуя мне кровище? А мне так надо. Так. Теперь пиздящим в третью комнатуху. Стоп. Банк с кровью-то я забрал. А кусок из шарика? А кусок шарика-то, блядь? Я не забрал? Я пиздец. Вот, так-то лучше. Только масло, блядь, на исходе. На клиросе мы его проебем, я вам рассказываю дохуище. Хуяк, флешбэк. Не трогай меня, тварь. Как? Колыбель готова. Хорошо. Ты же человек. Как ты можешь в этом участвовать? А кто он такой? Преступник. Не обращай внимания на его вранье. Я не злодей. Это был несчастный случай. Он поджег человека. Послушайте же, я не виноват. Ужасно. И не говори. Мы имеем дело с чудовищами. Уху. Нет, нет, пожалуйста. Пиздец. Я сделаю все. Все, что угодно, я не виновен. Ёптить. Тень ебашит однозначно. Так. А, это снова ты? Нет, блять, папа римский. Так, сейчас тогда сделаем остановочку в алтаре. И трансепт, наверное, трансепт и прочую хуйню. Фу, блядь, трансепт клирос. Будем хуярить в следующей серии. Потому что что-то я подзатянул. Бег. Так, тут где-то гнилозавр бродит. Сука. Гнилозавриум. Хуяк.
Флэшбэк. Осталось совсем немного. Я, словно Орфей, спускаюсь в царство Аида. Что тебе известно? О чем вы? Ни о чем. Забудь. Твоя интуиция весьма развита. Не уверен, что понимаю вас. Не бери в голову. В конце концов, это лишь... Ну и по классике я нарываюсь на гнилозавра. Ёб твою мать. Вай-вай-вай, гнилозавр бежит. Вай-вай-вай. Как так-то, ёбаные? Вай-вай-вай, гнилозавр. Пошла нахуй, шлюха. В очко себе порычи, долбоёб. Так, а мы сейчас ремапнем локацию. Что-то я, блядь, зря, по-моему, так резко с двух ног улетел. Я его проебал? Вот натурально проебал. Я думал, он с одной стороны брут, а он, сука, вылез из ниоткуда, блядь. Как не знаю. Гибрид Билли Джина с Джеки Чаном. У, сука. Ну и где ты, бледина ебаная? Э? Иди сюда. Так, видите, видите? Хуяся. Пиздец, гнилозавр исчез. На всякий случай воротишки-то прикрою. А то вдруг какая-нибудь гнилозавра мне вылезет. Ебать, тут еще какая-то комнатуха. О! Масло мне пиздец, как понадобится чуть позже. О, я огниво пропиздоглазил, чуть ачивку не проебал. Так, а ну-ка. Чисто. Да, чисто. А то я уже хотел как обычно. Так, теперь вправо. Что тут есть хорошего? 12 августа 1839 год. Похоже, ритуал изгнания потребует больше времени, чем мы планировали. Я пытаюсь изучать разные устройства в камере пыток. Опыта у меня... Что, блядь? Я вообще-то огниво искал. Да эти ж люди, блядь, огниво. Ты сейчас попробуй сюда, Петри, где это огниво может лежать, блядь. Карта мне говорит, что огниво в самом углу. Только где оно, блять? И ящик хуй потянешь. В общем, вся проблема. Трубу-то
тоже не смещаются. Пиздос. А, вон оно где, блядь. Хуяк! Красавчик нахуй! Так. Алтарик облазили. Так, теперь вон там лестница вниз. Рискуй бы я отперлась, да? Ладно, хуй с ним. Так, гнилозавров нету. Так, справа чисто, слева чисто, налево смысла сейчас идти нет. Тем более, я как бы приличный мальчик, я налево не хожу. Так. Я устал, я мухожук. Я чувствую, зря я дверь закрыл, ну да похуй. Так, значит, мы в Нефе. Что у нас там по времени? 40 минут. Честно, ебал я ухо дальше снимать на сегодня. Поэтому всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх. И до встречи.